Детская музыкальная школа открыла концертный год творческой программой педагогов «Музыкальный сувенир». В ней приняли участие преподаватели оркестрового отделения Ольга Тувье, Татьяна Ивановская, Максим Тимофеев, Станислав Васюшкин, Гульнара Халилулина и Вячеслав Филиппович. Прозвучало 20 произведений знаменитых композиторов. А Центр культуры и искусств имени Кекушева представил авторский концерт Татьяны Бардиной и Игоря Кулагина-Шуйского «О любви в Татьянин день». Прозвучали романсы и поэзия в исполнении авторов. Полные видеоверсии выступлений смотрите на нашем канале и в группах Ивантеевского телевидения в соцсетях.